Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть Disciples Liberation. Так, у нас тут два завоевания. Впереди нас ждет. Мы там немножечко накосячили с монетками, ну, то бишь я купил слишком дохрена эссенции, которая мне не уперлась вообще. И просто профукал все бабки. Да, вот я такой молодец. Вот такой я молодец. Сейчас Авианна у нас захилится и побежит вырывать кишочки всем врагам. Ну и плюс еще взорвется. А, ты увернулся от взрыва. А, как это хорошо. Было бы для тебя. Добычу. Не будь это плохо. А, даже так, тогда всего смысла нет. Ну то, что он вернулся, не страшно. Не было смысла использовать способность эту. Иди сюда. Усиление от огня. Стой тут пока. О, мне это понравится. Скорее всего, да, одного из магов мы заменим. Не знаю пока какого, правда, но мы заменим 100%. Приближаюсь. Почувствуй мощь эльфа. И зачем ты напал на нее? Если мог на вампиршу напасть. Назад. С дабл уроном. Отбросим их. Че, серьезно? Я вас прикрою. Такой мега урон. Давай, вот и вы еще втроем подойдите в упор ко мне, и вообще красота будет. Так, раз. Да, тут... А, ну я думаю, это банши будет, но нет, это не банша. Не банши и банша. А чё, этот вообще не покоцался, в смысле? Ты два раза ударил, он два раза увернулся, что ли? Я правильно понял, что у него целое ХП? Я сейчас думал, что я долблюсь в глаза, но нет. Ты бросаешь вызов мне? У нее целое ХП. Тьма повсюду следует за мной. А я два раза через него ударил. Не понял прикола. Ладно, окей. Мясо. Сытная закуска. Во имя гнева наших матерей. Твоя плоть. Вот они мерзкие. Они мне так не нравятся из-за этой бури вонючей. Но будем начеку. Спешим, но будем на чеку. Почувствуй ярость Голиана. Это не страшно. Со мной сила духов. Вот эти мерзкие сейчас, если они по одной линии шмальнут, то будет мерзко. А, ты хилом пошла? Я тихий ветер. Быстрая, как зимний ветер. По линии сейчас она влупит. А, нет, она хилит. Зима близко. Во имя холодного сердца Голиана. Ой, как обидно, вы убили того, кого я сделал из вашего бойца. А наступлю я вот сюда. А, все равно на обморожение. Потому что взрыв. Ну, ворот, да, ладно, фиг с ним. У тебя такая сочная плоть. От них аппетитно пахнет. Хилы плюсом. Назад! Кровище-то столько вылилось, блин, да, и у ворот. Как так-то? Что это за черная магия? Умри, умри, умри. Я еще, кстати, ядовитое болото не кидал. Все красиво добили. Так, я же могу вот так ее применить, да? Чтобы сразу двоих закоцать. А бестелесность тоже проталкивает, окей. Насладимся этим моментом. Наслаждайся болью. Сколько у тебя хп, сукубочка? 1008? Ну, потихонечку идет качка. За мать, за Невендар. Сейчас подвоим, потроим, да? Слушайте, блин, вроде как легкая сложность, но что-то как-то ребятки-то жопу надирают. Духи жаждут твоей крови. Мы пос...
Последняя зима. Меня направляют сезоны. Мы последняя зима. Да, вроде как ребята легкие, а урон наносит не слабый. Во имя огня и славы. Магилау и Бенитипео. И у них еще и хп дофига. Не бойся смерти. Мортис, используй мое тело. 1500 хп, блин, просто в никуда. Это сейчас сдохнет, да, надо брать нового срочно. Пошел ты в... Ну ты понял куда. Че я объясняю? Ты и так все прекрасно понимаешь. Эта битва утолит мой голод. Ты меня развлечешь. У тебя слишком мягкая плоть. Сделаем это медленно. А, лед, все, я понял. То есть это ее достает это все. О, серьезно, я не думал, что она на линии. Я просто решил перейти в другое место и все. А тут вон какая красота. Готово. Твои слезы, как вино. Усё. Давай. Слышишь, как она зовет нас? Да, надо, скорее всего, тебя оставлять, а вот эту деваху скидывать отсюда. Она мне уперлась. Все, остался один ледяной. Да, нас тут, конечно, кромсают не так уж и слабовато. Ты в угол забежать решила? Ну, правильная идея. Чего нет, когда да. Ну реально, там она мало наносит своей огненной способностью. Поэтому надо в идеале... В идеале надо на это заменить ее на другого перса. Двадцатку и десятку поменять на одного персонажа. Ну давай, взорвись и убей ее. Почти. Сколько у тебя осталось? 3. Сколько хп? 11. Окей. Хочу отведать их плоти. Какая держи. Прелесть. Мне очень понравилось. 65. Угу. Деньги мы получаем копеечные, конечно же. Но у нас эссенция. Да, вот его башка здоровая. Просящая пирожка. Так, маны у нас не тратится. Следующий ты. Но для начала мы слетаем в замок. Да, заберем деньги. Ой, блин, а как обидно. Да, тут еще вот 2, 1 и 1. То есть у нас 1700, это пока мало. Так, не, нам не кузня. Кстати, мы кузню можем прокачать. Нам не хватает просто монеток для прокачки кузни. Я, короче, ладно, все, я замораживаю кузницу. Возвращаем тебя. А, на замороженном виде была. Обучить бойцов. Окей, ждем тогда деньги, когда наберутся. Да, я-то сначала такой: ой, да денег, да дохрена, нахрена они нужны. Ладно, у меня железо и камни валом. Вот если можно было бы обменивать каким-то макаром. Да, это демоны именно. Значит, стоп, подожди. Если это демоны, то это нежить, правильно? А ты нежить, значит, тебя мы оставим, а демона уберем. Или поменяем, я не знаю. Меня больше вот это напрягает. О, погоди. Я тебя хочу взять вообще. А, 8000 ты стоишь. Я думаю, что я не могу. Не хватает продажи ресурсов. Вот что не хватает. Нам очень нужна продажа ресурсов. Лишних просто продать, лишних ресурсов. А, я уже отступить не могу. И у меня все покоцанные. Просто 10. Просто 10 из 10. Не похилившись ничем. Врываемся на поле боя.
Вау. Шипы. А, красота-то какая. Шипы же это то, что нужно. Все кончено. Еще после взрыва она тоже потеряет часть хп. Подхилилась и снова потеряла хп. Так. Рассеянность на первом бойце, который встанет на этот гекс. А, шанс 15 промахнуться во время атаки. Я не о том подумал, что это такое. Всего лишь один укус. Ты промахнулся. Ну да, и так там шанс и был как раз на промах. Это ядовитая баба. А, кстати, а кто вот этот? Я не понял, кто. Сделаем это. Сделаем это медленно. Твоя плоть ноет от боли? Все, готово. Так, теперь надо врываться вот сюда. Вот, там кто-то будет, да, из этих сюда. Я хотел увидеть бойца. Нет, это она, это понятно, что она там делает, грязь всякую. Темный отец, будь рядом со мной. Тьма повсюду следует за мной. Я вот ее хочу посмотреть. Вот, вот этот вот. А, это лич просто. Все, я понял. Он там не такой страшный, как Архимаг, конечно. Архимаг пострашнее будет. Хм. У ворот. Я хочу, чтобы они в кучку встали. Это хорошо будет. Вот этот по одному пока лупит. Это тоже по одному авиа. Ну, авиана магии может использовать. Вот в чем проблема. Для бойцов. У вороты? Мы настолько непробиваемые, что ли? Ты плюнул, что ли? Ты станешь хорошим будущим. А за... ты своих и чужих коцнул? Идите ко мне, дети мои. Ты серьезно, что ли? Что я с тобой не так? Я чувствую твою боль. Страдай вместе со мной. Охренеть, ты молодец какой. Ты мне нравишься. Но у меня вампирша уже почти сдулась. Мне это не нравится. Тебя мы и так сейчас убьем. Не, мы тебя не убьем, если... Ладно, тебя мы сначала убьем. Вампирша, потому что ничего не сделает. Давай вот сюда. Тут и подхил будет сейчас себе, и этих кот с ним. Да. А вампирша сейчас... Ты меня развлечешь. Какая прелесть. Да, она котсит. Но мы ее подхилим сейчас с укубочкой. Наслаждайся болью. Так. О. Мне это понравится. Ё-моё, зачем я улетел? Я хотел туда не ей встать. О, мне это понравится. Ну ладно, 30 уровень, не можем скипать, хорошо. Твои слезы, как вино. Мы перехитрим наших врагов. Ты бросаешь вызов мне? Твое сердце бьется. Я хочу его. Сильные ребята. Минус один. Было бы, но нет. Какого хрена вы по два раза что ли атакуете? Бедный мой танк. Боль, это да. Жалко, что это проклятие, просто проклятие. То есть нужен архимаг какой-то, чтобы он за каждый ему удар наносимый отдавал в ответочку. Мясо, сытная закуска. Мне нужны души, чтобы собрать урожай. Блин, твоя обидно. Очень обидно. И это сейчас еще вожгет чем-нибудь. Ой, там он накидывает. Кажется, минус боец.
Я хрен его знает, как ты это сделал. Но ты живешь. Нет! Минус. Так, что мы можем? Можем встать сюда. Идем. И дать тебе леща прям в печень. Никто не вечен. Почти! А! Какая прелесть. Плевать. Ой, у тебя течет кровь. Минус 2 сделали, и то хорошо. А, ёпта за ногу. Наслаждайся болью. Она сдохла? Ты сейчас шутишь? Голова. Да как так-то? Умри и пробудись. Суккубочка сдохла. Блин. Да сколько можно? Да ё-моё, блин, не, реально, легкими их не назвать. От слова совсем. Они ни в одном месте не легкие. Что это? Чё это за кристалл? А чё это за кристалл такой? Так, Авиан Ильянска, идите-ка вот сюда, в эту точку. А сейчас просто взорвись и убей всех. Я в тебя верю. Мы выиграли. Нет? Эта битва утолит мой голод. Ты меня развлечешь. А нахрена он нужен, этот кристалл? Ты бросаешь вызов мне? Угу. Твои слезы как вино. Мортис, используй мое тело! Бедный маленький некромант. Угу. 65. Труп, труп, труп. Я делаю труп, труп, труп. Их все больше. Труп, труп, труп. Труп, 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 труп. Это что? А, это его топор, который нам не дает пройти туда. Я знаю, что у нас не хватает. Я все знаю. Мы сейчас отправимся в город. Мы сейчас только вот сюда. Лучше сразу в город. Мы не будем возрождать. У нас не хватит, наверное, денег, скажите мне. Даже если я сейчас соберу ресурсы. У меня не хватит денег, да? Сколько там у нас сейчас денег? 6 тысяч не хватает. Нанять бойца. За каким? Зря. Надо нанять свою кубочку было. монет. Карл 87. Это даже не смешно. И как мне бабок раздобыть сейчас? Я могу только на 4 уровень ее поднять. Все, стой в тылу, стой где хочешь. Я вообще разочарован. Деньги кончились просто в ноль. Резко. Неожиданно. Хоть в АФК стой час целый. Давайте в бойцам перейдем. Так. А ты 36. Иди обратно. И что дальше? Первая ступень, вторая ступень, да? Вторая ступень. Нам танки не нужны. Что дальше? Типа вот так предлагаете сделать? Погоди, у нас 120 очков? Схренали. Подожди, у нас 120 очков. Ты иди отсюда тогда. Раз у нас 120 очков. 120, Карл. Вау. Я не понял, откуда. У нас 120 очей.
Давайте погуляем тогда немножечко. Тут золото есть. Нам нужно золото. Никогда не думал, что нам понадобится так много золота, но нам надо, нужно, очень нужно. Есть вероятность, что мы сейчас отсюда свалим вообще. Тут это нам не интересно. Вот дерево нам точно не нужно в таких объемах. Где тут вообще портал с регенерацией? У нас вот здесь, да? Ладно, окей, давай посмотрим, что у нас вот тут вот. Я не буду. У меня и так бойцов. О, регенерирующая хпшка. Вау, 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 вау. Цинк, барк, два дракона. Давай сюда. F5. Попробуем прорваться и забрать вот эту штуку. А потом забрать сундук. Здрасте, до свидания. Драконов мне еще не хватало. Я еще даже себе бойцов не могу прокачать нормально. Они мне уже драконов подсовывают. Так, ну вряд ли мы сможем их как-то это завоевать так, чтобы они с нами дружили. Так, итог, у нас там бой. О, кто тут ходит, пойдем, сходим. Вас мы тоже попытаемся одолеть. Завоевать. Суккубочка не прокачалась? А, нет, там 198 опыта ей перепало. Ну тут придется повоевать немного. Но, у нас 120 инициативы, Карл, 120. Ты ж ты хрена. 120 инициативы. Кто это? Где этот эльф? Где этот эльф? А, он вон там в углу только. Ну и долго ты будешь это делать? Может, я уже пойду? Раунд один. Все прям бафами. Облепило. На серии до хрена народу просто. Вот в чем дело. Нас очень до хрена. Заходим без стука, как обычно. Потом хочу вампирша нам помогает. Их плоти. Всего лишь один укус. Мне очень понравилось. Минус один делаем сразу. Опа! Будет больно. Все? Молодец, котейка. Давай вперед. Пройди шаг вперед. Да какого лешего ты делаешь? Приближаюсь. Авиану окружили. Я уже в пути. Вы чё, черти? Ты знаете, что сейчас с вами будет? Больно вам будет, ребят. Очень больно. Так, что это за способность? 5 лимит. Ага, давай сюда. Не знаю, что это за стрелы. Ну давай. У меня просто 120 очей. Это хорошо очень. Мы сейчас такую грязь там начнем творить. Так, ты пока постой. Просто можем таких двух себе нанять. Тихий как барс. Во имя матери. Во имя Невендера. Я же правильно понимаю, что ты маг, который по линии бьет? Поток маны, направь меня. Ну вот сейчас у него получится это сделать. Но он троих не бьет почему-то. Я что-то не понимаю момента. Ну подходи ближе. Ну ты че? Вот ты на всю малину портишь. Так, смотрите-ка, что у нас тут получается. 3. 2. Давай вот сюда. Для того, чтобы их ломать. Угу. О, готово. У нас 4 уровень суккубочка, правда, только. О, мне это понравится. Только 4. Но мы ее прокачаем обязательно. Хотя нахрен нам не уперлась, если честно. Твоя мы заменим суккубочку на кое-кого другого. На много кого другого. А, мы же замок прокачали до 3-го, он нам дает бафы. Я забыл совсем. Если мы замок вкачиваем, то нам больше количество дает этот очков. Мы перехитрим наших врагов. Я только сейчас об этом вспомнил. Блин, ну я дурачок. Тьма да. Только вспомнил. Минус 2. Тебя кошмарной королеве. Так, кто из вас дальше атакует? Так, ты? Где ты? А, ты там стоишь, да? Ну и стой тогда там. Это слабая атака, и она ни о чем просто. Ну, 3-й уровень мы напокупаем. Нам сейчас надо просто денежек поднабрать. Жалко, что предметы продавать нельзя. Ты прекратишь осквернять эти земли. А, это вы задники атакуете? Я думаю, это кто-то из важных. Ну почему кота все время? Регень кого-нибудь другого.
код постоянно. Ты меня развлечешь. Чё, простите, сейчас произошло? Какого хрена? Умри. Я еще получил от него урон. И все, давай. Подрегень двоих и ударь его. На тебе, котеч. Ты не можешь меня бить. Да блин, какого хрена? Я до хрена урона получаю за просто так. Один из четырех. Тупая котейка. Пока. Значит, взорвалось. Так, все, стой на месте. Так, это вот этот вот сейчас ты ходит. И лучница. Эти земли. Нет! Ой, ты прям в это, вокруг стал нас всех. Молодец какой. Зачем? Тупо, чтобы троих покоцать еле-еле. Ну, идея такая себе. Хотя... Ага, давай тогда вот сюда пойдем. Мне это понравится. Все. Твоя плоть, но это от боли? Так, стой на месте. Жалко, что она по линии не лупит. Замортис! Твое сердце бьется. Так, заберем тебя сначала, потом останется вот эти двое. А, быстроту она тоже дает. Все, я понял. Она тоже дает быстроту. Все, минус один. И остаешься только ты, эльфиечка. Ну, тебя мы сейчас вон подойдем и выкосим. Блин, она его хилит. И шипы накидывает. Но если она шипы накидывает, значит, можно в упор не подходить, а просто вжечь ее издалека. Ну, давай, 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 давай. А, ты... Тобой придется подойти. Всего лишь один укус. Хоу, щет. 65-й, 37-й. Так, сундучок наш. С сапогами. Сапоги, сапоги. Сапоги, сапоги. Или очки лидерства. Давай, демонов. А, мы можем вот это вкачать. Давай. Теперь демоны будут хилиться. Но это все фигня. Да. 120 лидерства мы получаем за счет... Я правильно ведь понял, что мы 120 лидерства получаем за счет замка? Да, 75 от замка и 45 базового от героини. Так, что у нас в итоге? Мы прошли все, что тут можно пройти, кроме вот этого места. Пойдем туда сходим, посмотрим, что там есть. Это золото. Нам как раз золото и нужно. Тут какой-то портал регенерирующий нам закрыли. Какой-то чудик стоит. Нам золото нужно. Давай сохранимся и попробуем надрать им зад. Так, золото мы завоевали. А теперь регенерирующий фонтан пошли заберем. Барк, цинк, драконы. Мы, кажется, такого убивали. Это огненный дракон, адский дракон, а это костяной дракон. Ну, то бишь, дракон нежити. Вот, прикиньте их взять с собой. О-о-о, такую грязюку будем делать. Ладно, давайте завоюем еще тут немножечко. Ну ладно, много чего интересного. Я думал, что это все, а такое хопа и не все. Еще больше. Мы еще даже сундук на первой локации не открыли. Кстати, как мы на первую локацию теперь попадем? Неожиданно. Да уж. Слушай, мне кажется, ли это то же самое построение опять у этих ребят? Прям один в один. Уже в пути. Как говорил один парень, я взорвусь, как ваши ракеты. Кто знает, откуда это, напишите в комментарии. От них аппетитно пахнет. Ты меня развлечешь. Просто минус три. Я настигну их. Мой народ вас всех истребит. Мой народ вас всех истребит. И опять это вот эта фигня, и он сейчас ее обойдет.
Не нравится мне этот момент. Почему ты не вот так прошел? Я уже в пути. Я тоже. Чувствую мощь эльфов. Сейчас, погоди, 5 сек. Постой пока здесь немножечко, буквально. Так, сейчас твои друзья, шаманы, подойдут. Сущим. А почему? Я не понимаю момента. Поток маны, направь меня. А тут троих ударишь? Ну тут хотя бы троих. Не, я против, что меня лупит как щенка. Но я не понимаю момента в том плане, почему там он по одному ударил. То в тот раз по одному, то в тот раз по двум. Тут вот как минимум молния могла перекосипорить всех. Умри, умри, умри. Так, тут лупить не по кому. Ну тогда вставай вот на эту ячеечку. Пробафайся хоть немножечко. Так, суккубочка, лети сюда. О, мне это понравится. Твоя плоть, но это от боли. Четвертый уровень, да? И 36 уровень наши бойцы. А, красота. Твои слезы, как вино. Во имя огня и славы. Дерзкая тварь. Да, с тобой надо побыстрее разобраться. За мою кошмарную ты мне будешь королеву, сейчас мерзости умри, всякие накидывать. Я понимаю, что мы обездвиживали его на целый раунд. Но все равно, нефиг. Ибо нефиг. Ассасин потом ходить будет, но мы его убьем. И взорвемся. Да пошел ты! Регень другого! Вот ты псина! Отомстит, говоришь, да? Отомстит, да? Сейчас, погоди, погоди, погоди. Ты меня развлечешь. Какая прелесть! Угу. Угу. Ясно, он пробафал. Так, окей, сейчас. Я бы забежал сюда и взорвался, но зачем? Когда я и так могу взорваться? Ни хрена себе, а ты недалеко ли кинул-то? Я их вижу. Я тебя сочувствую, но если ты сейчас не уйдешь никуда, то ты там и сдохнешь. Да, бои стали намного долгими. Намного дольше идти стали. А вроде бы как бы, ну, ничего такого и не поменялось. 103 всего вместо 300. Но хилы как-никак, хоть что-то. Да, все, стой на месте. Ты все равно не можешь походить. Голова. 469. От тебя воняет жизнью. 644, но это за счет крита только. Ну все, сейчас ее добьют и эту эльфийку тоже добьют. 100%. Ну да, минус один и минус второй. Все. Еще 65 опыта. Прекрасно. Кто-то даже подкачался на новые уровни. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Так, нам теперь вот сюда, к сюжету. Ты чё там такое? 27-й? Ну давай посмотрим, может автобоем тебя? Да, супер, заберем вас быстренько. У нас там кто-то даже прокачался до 28-го. О, еще.
Еще завоевание. Да, вон она до 5-го прокачалась. Молодец какая. Лесопилочку себе забрали. То есть мы сейчас у его ноги. Прекрасно. Так, а, и мы типа вернулись, да? Все, я понял. Фонтан маны. Фонтан исцеления мы не можем забрать, потому что там этот демон стоит. А я могу это забрать штуку? Ха, обломись. Так, ну что ж, давайте тогда сюжетиком займемся. Че, мы пришли ж сюда? А, и тут типа открыто, но пройти нельзя. Ты можешь поговорить со мной? А, все, окей. Хранитель ключей. Давай. А, возле клетки с пленником нежитью вы замечаете эльфа. Когда вы приближаетесь, она оборачивается и виновато на вас смотрит. Она узнает вас. Это эльфийка, одна из тех, кто держал нас в тюрьме в Белых Землях. Тюремщица, наверное, нервно оценивает размер и силу вашего отряда взглядом. Это была ошибка. Ну, наверное, это даже к лучшему. Позвольте все объяснить. Давай, попробуй. Сначала объясни, что ты делаешь с плененной нежитью, эльф. Я готов. Так, говори быстро. Надеюсь, объяснение будет убедительным, тюремщица. Ага. Уж если мне придется очнуться в клетке, то пусть лучше в этом будет виноват Эль. У нас не было выбора. Мы перехватили донесение, что враг нацелился на наши потоки маны. Мы подозревали, что виновны чужаки. Вы. Это нелепо. Тюремщица нервно дергается. Но когда вы сбежали, мы поймали гонца и допросили его. Ты хочешь сказать, вы его пытали? Подари мне кровь этой суки. Мы... 18 плюс контент. Мы узнали, что наши настоящие враги — это нежить в могиле Ватана. Но мы все еще не знаем, что они задумали. Все не обязательно должно закончиться плохо. Вы очень находчивы. Помогите нам раскрыть заговор, и мы с вами договоримся. И мы возместим вам вред, причиненный по ошибке. Или мы освободим нежить. Не надо было сажать меня в клетку. Их ты тоже зря туда посадила. Заслуженная кровь. Какой он радостный прям. 26 уровень. Нет, мы выкосим их по-любому и освободим нежить. Нам нужно репутацию с нежитью поднять. Наконец-таки каким-то макаром, чтобы стать намного счастливее в боях. Ну и чтобы наши ребята там плюшки, бафчики получали и все такое. Так, через это лучше не бежать. Взрыв. Искусство — это взрыв. Трепещите. Ай, у тебя сейчас край. Красота. Я чую их запах. А, ты же, да, сквознячком лупишь. Вообще красота. Все, готов. Ходите. Выстрел в упор? Почему? Я думал, она так шмальнет, что насквозь пролупит по нам. А вы что-то как-то воротами. Ну ладно, это эльфы слабые просто. Я их вижу. Нужно быть начеку. Взялся за жопу, подожгла. Град стрел целый. Молодец какая. Так, ну что ж, маленькие мальчики, наши мальчики и девочки, вы готовы? Это будет забавно. Ага. Не, ну давай вот так. Пока это смысла для нет того, использовать. В следующем раунде используем. Живи, живи, живи. Пятый уровень. Пятый уровень, Карл. Я залежу твои раны. Слабоватенько, конечно, но что поделать-то? Пятый уровень. Вот что бывает, если тратить деньги на хрен пойми что. Мы сейчас могли уже прокачать полбазы, блин, если бы я так не лажанулся. Мы перечислим наших врагов. Угу. А, все нормально?
Там просто шанс промахнуться стал больше, да? Просто и все. Тьма повсюду следует за мной. Угу. Вова, идеально сейчас в линию влупить просто и минус куча народа. Ну там мы ходим, мы большую часть сейчас выкосим. Как минимум одного точно. Но это не... О, да, уже выкосили одного. Их осталось всего трое. Авиана сейчас прибежит вот сюда, ударит ее, мы взорвемся, и все, и красота будет. Уйди с дороги. Все, взрывайся. Как ваши ракеты? Ну, я же сказал, минус один. Сожалеем после. Ну, мне нравится. Инвиз. Выслеживаю врага. 28 уровень, кстати, бойца. От живых пользы больше. Я не промахиваюсь. Не так и забавно. Держи было, да, и промахнуться. Это было бы как минимум очень забавно. Так, ты у нас по этой линии. Даже сейчас туда нет смысла яд закидывать. Там кровотока вполне хватит. Сукубочка сейчас... Дорогуша. Неплохо так надамажит ей. У тебя слишком мягкая плоть. Ну не прям неплохо, конечно, да? Лучше, чем ничего. Жалко, что он вот по такой же области не может хилить этот герой. Блин, это было бы вообще волшебно. Ладно, если бы он так, она бы так умела... Искусство и ярость. Это было бы слишком мумбово. А ее сейчас добьет спокойно двумя ударами. Как нефиг делать. Даже одним. Все, эльфов мы убили. Нежить освободили. Заговор. Пошли вы своим заговором. Это было неожиданно. Она получила по заслугам. Поговорим с плененной нежитью и выясним, что тут происходит на самом деле. Так, F5, погнали. Вы приближаетесь к загону с нежитью. Внутри топчется несколько безмозглых трупов. Они изранены и обожжены. А высокая тощая вампирша стоит чуть в стороне от остальных. В ее глазах, устремленных на вас, из-за решетки светится ум. Она жадно смотрит на ваше оружие, запачканное кровью тюремщицы. Вижу, вы что-то не поделили с нашей гостеприимной хозяйкой. Жаль, что ее кровь пропала зря. Кровь трусов ничего не стоит. Для тебя, может быть. Прежде чем умереть, тюремщица сказала, вы замыслили эльфам зло. Мы? Что ж, да. Пожалуй, но в качестве самозащиты. Раз она мертва, полагаю, у тебя тоже напряженные отношения с эльфами. Она что-то сказала. А не только с эльфами. Некоторые эльфы бывают полезны. Мне просто нравится убивать тюремщиков. Эльфы такой же народ, как и любой другой. Некоторые из них бывают полезны. А вампирша снова окидывает взглядом ваш окровавленный меч и облизывает губы. Это правда. Прости. Они морили нас голодом, и я Пелма. Местные эльфы обезумели. Все дело в их мане. Они брали пленников, пытали, увечили. Сжигали по ночам целые могильники. А ведь большинство моих сородичей рабочие, а не воины. Теперь от них остался лишь прах. Поджог в ночи. Незаслуженная кровь. Мой народ. Неужели до этого их довели поиски? Мы видели, на что способны эльфы под действием маны. Взять хоть Кована. Но можем ли мы доверять вампиру? Она в плену, и она голодает. Посмотри на них. Они едва стоят на ногах и покрыты ожогами. Это не армия. Они не представляют угрозы. Я не ненавижу эльфов. При жизни я сама была эльфом. Но эти эльфы обезумели. Они не остановятся, пока не истребят мой народ и не сотрут с лица земли мой дом. Ты не единственная, кого гостеприимные эльфы держали в плену.
Отойди-ка, Пелма. А вы осторожно отпираете загон, держа оружие наготове. Вампирша не двигается с места, а зомби, кажется, даже не замечает вас. А Пельма смотрит на вас с чем-то вроде признательности в глазах. Не обещаю помочь, но если мы все-таки решим остановить эльфов, то должны знать, как это сделать. Под павшим богом проходят тоннели. Найди в них чернокнижников. Скажи, что тебя прислала Пелма. Они придумали способ остановить этих безумцев. Руны, которые отравят их источники маны. Мы с этим покончим. Что бы там ни происходило, извиняюсь. Мы должны положить этому конец. И не советую нам мешать, Пелма. Угу. Окей, тут свет горит еще до сих пор. Лапка такая здоровая. Так, тут мы все завоевали. Тут нас ждет ребятки, да, серьезные ребятки. Ну, мы сейчас в замок отправимся, я хочу третий ранг взять пару парней. Для этого нам надо немножечко денег собрать. 13 тысяч и зал грехов мы вроде качали. Я вот в душе не тя... Подожди, я могу дальше качать? Не могу. Давай зал грехов прокачаем, наверное. Риск оправдывать средства, да? Ага. Так, заглушает криком рассвет. Призывает дождь из густков пламени Хена. Ага, в тылу. Это ужас в сердца. Врага с наименьшим нечестивым сопротивлением наносит нечестивый урон, но своей этой цели страх. Слушай, я тебя нанять хочу, но ты стоишь двух, братан. Я бы тебя нанял. Так, а тут у нас кто теперь? Обучение бойцов. Нанять бойца. Ты у нас, да? Повелитель ада. Ты у нас очень много в тылу. Союзники сражались в ближнем бою, снимают с пораженных целей один положительный эффект. Чё? А, то есть, если я в ближнем бою кому-то втащу, я сниму с них один положительный эффект благодаря вот этому. Ого, окей. Но двуху ты все еще стоишь. А нам надо идти пока вот сюда и обучить бойцов. Ну, наконец, 37-й. Да здравствуй, 37-й. Так, что у нас тут по обучению бойцов? У нас тут два 36-х. Которых надо превратить в 37-е. Да, конечно, с баблом я жестко налажал. Ну ладно, мы сейчас еще улучшим тут ступени, и все будет по красоте прям. Опа! Инквизитор. Что? Атакует одновременно обоими мечами, нанося физический урон, повергает цель в уныние. Использует так, какой наносит божественный урон, парализует и поджигает цели. Пассивка, попадая по нежити и демонам, инквизитор оставляет на них метку, мешающую им попасть на кладбище после смерти. Увеличивает урон против, так, против зверей, демонов, драконов, великанов и нежити на пятнашку. Ты в тылу, кстати, мне бы пригодился в идеале, но у меня нет денег, чтобы купить хоть кого-то из вас. Поэтому да, давайте уйдем отсюда. 400 монет осталось. 400, Карл! 400. Так. А, мы шли вот сюда, да? 40 уровень. А, ну что ж, риск оправдывает средства? Подожди. Риск оправдывает средства? Наверное, да. Ладно, в бой. 40 уровень, так 40 уровень. Зато опыта получим много, если выживем. Ключевое слово, если выживем. Ой-ой-ой, котеек сколько. Блин, мне бы вот сюда телепортнуть нашу вампиршу. Она прям устроит Хиросиму и Нагасаки. Все прям 10 из 10 будет. 4 котейки ходят. Они так и так до нас дойдут. Нет, там смысла никакого. Блин, ну они в такой куче стоят. Это такая еще грязь будет, если мы хотя бы пару раз-то ударим. Так, что у нас за яма? Вот это, я посмотрю. А, ослабление. А, это просто ослабление. Все. Ребята, здрасте. Уйди с дороги. Да, меня два раза ударят, я знаю.
А, один раз? Хорошо. А, ты промахнулся по нему, что ли? Я просто смотрю, что-то как-то удара не было. Но эта котейка почти сдохла. Выслеживаю добычу. Всего лишь один укус. Минус котейка. Это коцаная сдохнет от кровотечения. Это сдохнет от кровотечения. Этот пока что нет. От вся отца не скрыться. Злая котейка. Милая котейка. Лови печеньку. Все, котейка сдохла. Ну что, у вас осталось две котейки всего? Ну как две, одна. Кто-то такая. Солнечная танцовщица. У нее меч. А, окей, я что-то помню. А почему она не сдохла от кровотока? Потому что у нее реген. Ого, я вас понял. Мне это понравится. Я уверен, что тебе это понравится. Я не знаю, сколько там он урона нанес, но кажется, до хрена. О, мне это понравится. Так. Боль — это дар. Ну, во, по 320, а то по соточке наносил, там еле-еле душа в теле. Во. Минус один. Или минус два. Что-то я не увидел. Искусство и ярость. Ну ладно, окей. Не бойся смерти. Сейчас мы убьем одного, скорее всего. Один готов. Голод. Второй готов. Они сейчас будут хилить, в том-то и хрен, что они почти друг друга будут постоянно хилить, и нам нормально. И они отбегут из этой зоны. Она не будет оббегать вот так. Ты чё? С тобой все нормально? Что ты вот так решил обижать? Я путешествую по жилам маны. А ты мне нравишься. Во имя матери! Во имя Невендора! Ты что, реально думаешь, что вот вы сейчас так подошли, вам ничего не будет за это? Невендор отомстит! Да ему ж боится ближнего боя, вы же зачем? Что с вами не так? Ой, как он больно будет! О-о-о. Так, я хожу. Тихо. Все кончено. А теперь подорвись. Ты все равно ходить не можешь. Реген. Подрыв, реген. Просто. А почему по троим или по четверым? Ай, у тебя течет кровь. Какая прелесть. Мне даже с места сходить не надо. Животное ты. Так, начнем, наверное, с тебя. Так. Я их вижу. Освободим место для других. Да, атаки мало, но мы возьмем здоровячка, и он будет нам еще больше дамажить. А, мы же можем где-то сюда встать, тобой, я забыл совсем. А, у ворот? Окей. Может, умрешь уже? Не бойся, ты снова пробудишься. Умри, умри, умри. Ко мне, дорогуша. Жалко, что она через бойцов перелетать не умеет. Боль — это дар. Мясо. Сытная закуска. Узри силу ярости. Мы — крик самой тьмы. Ну, ты можешь пока, да, вам от вас рот толку никакого нету. То есть Банша тоже ускоряет, как и тот демон. Кровь, сладкий напиток. Во имя холодного сердца Голиана. Огнем меня не остановить. Туда-сюда бегает просто и все. Так, давай мы... Ты... А, мы же способны, у нас же магия есть. Да какого жеваного крота ты творишь это? Подожди, я сейчас подумаю. И нажал таб. Вот я подумал. Всего лишь один укус.
Ну а толку мне сейчас? Мне, я все равно не достану никогда, не, если только по яду не пройду. Кружится голова. Ты лучник? Ну давай встань сюда. Не скрыться. Стой там, стой там, стой там. Ты тоже стой в хиле, в защите, во всем. Ты в принципе ничего не сможешь сделать, поэтому тоже стой там. Давай баньше подведем. Давайте споем песнь агонии. Не будем спешить. Наслаждайся болью. Банши дает покров банши. Ну да, сейчас тебя покоцают очень сильно, и банши тебя добьет, скорее всего. Все. 116 опыта. Красота. Красотенюшка. За что боролись? О, ничего себе! Ничего себе, как говорится. За штаны фиолетовые боролись. Фиговые пока что, но это первая ступень. Мы сейчас можем до четвертой прокачаться, если бабла подмутим. Ничего не знаю, шикарная вещь. Так, мана не нужна. А тут у нас уже ничего нету. Так, ага. Тут у нас тишина. Тут можем подхилиться, кстати. Тут у нас вот этот поток маны, я так понимаю, у него из глаз, рта или из чего он там льется. Тут где-то туннели под ним есть, мне сказали. Тут борьба эльфов с демонами. Пусть воюют, нам все равно. Нам бы, наверное, квестик взять какой-нибудь еще дополнительно. Квестиков много. Я думаю, что один из квестов приведет нас на тот пик. Поэтому давайте с демонами немного подружимся. Пробужденный озревается в замешательстве, словно не понимает, откуда доносятся голоса. Эйамар улыбается во весь рот. По мере его приближения пробужденный все больше оживляется. Моя первая хриплая нота вороньей песни. Голоса Мортис и другой. Нечестивый ангел? Нечестивый ангел. Это тот чувак, который поил эльфов. Он сломлен. Он ничего не осознает. Согласен. Это плод моей ранней работы. Удивительно, какой большой путь я проделал с тех пор. Постойте. Мастер Юбер? Когда вы покинули семинарию, мы решили, что вы утратили веру. Я проклинал вас за то, что вы оставили меня, когда я так вас нуждался. Прекрасно сказано, Себастьян. Но для грусти... Нет причин. Его судьба многому меня научила. Мой мастер превратился в это. Да проклянут тебя все боги дважды, Эйямар. Уверен, они будут только рады. Эйямар злоказненно кивает так, как умеет только пришло он. Пришло время начать ритуал вороньего танца. Приступим к жертвоприношению. Начнем. К оружию, старый черт. А, это бой. Я думал, это что там будет интересного. А мы типа пришли его добить. Я думаю, что это тот самый, который... Нету никакого пассивки. Вон там он стоит в конце. Ну, типа, есть же... Там не делать этого, не делать того. Вас раскидало далеко, ребят. Подходите ближе. Я не могу из-за этого использовать нормальную способность, чтобы вам втащить хорошенько. Придется вас кучками раздербывать. От них аппетитно пахнет. Ну раз пахнет, сожри. Косарь просто, хп. Критуля вылетела-то, а? Так, по линии мы можем... А, можем вот сюда подойти. Минус... попадание. Так, что это? Ослабление только даст, да? Ну ладно, ослабление так ослабление. Не страшно.
Просто буду атаковать слабее. Так, Ямар идет сюда. Смерть уже близко. Ага. Умри, умри, умри. Хо-хоу, почти. Почти сделаем вынесли одним ударом. Твоя плоть, но это я сожру тебя, наверное, сначала. Ты превратился в более низшего демона. Конечно же, куда же без этого. Ослабление. Ну там два кровотечения, поэтому можно не париться. За мою кошмарную королеву! Умри и пробудись! Реально, приходится такой фигней страдать из-за того, что у нас тупо нету денег, чтобы прокачать, купить себе более мощных бойцов. Так, один готов. И то он переродился. Второй взорвался. У ворот. Попал. Молодец. Твои слезы, как вино. А смысл ускорять? Ты бы вот его использовал или вот этого для ускорения дал? А то... О, молодец, молодец. Усилился и нам еще ударил. Какой ты молодец, да? А, чё? А почему? Ты как-то заставил меня не атаковать? Все, что ли? Выслеживаю добычу. Хм, странно. Это нормально, кровоток накинули. Готов. Бой, это твоя судьба. Готов. Так. Это будет забавно. Ко мне, дорогуша. Я залежу твои раны. И сейчас мы двоих добиваем одним ударом. Имба-камба. Все, готово. 65 уровень мой. Жатва. Готово. Всех завалили быстренько, мирненько, культурненько. Эмар с довольным видом черпает силу из трупа, энергии, что он призывает, кружится вихрем и сливается воедино. А затем Эмар заглатывает душу, как волк, добычу. Хотя он поглощает одну лишь энергию, а не плоть, вы можете покляться, что видите, как по его подбородку течет сок. Да, да. Ритуал продолжается. Сперва моя дорогая в Серолесье, а теперь здесь. А теперь объясни, что все это значит. Эти вороньи танцы и песни, все это звучит даже приятно, если не считать момента с жертвоприношением. Вот ради чего это все. Сила. Сила возвращается ко мне и растет. Воронья песня — это ритуал, который поднимет из могилы моих некогда смертных детей. Но танец... О, это танец. Танец позволяет впитать силу, которую они вынашивают. Есть и другие, юная чертовка. Их трое. Мы должны найти их и впитать. Танец только начался. Эмар нетвердой походкой уходит прочь. У тебя бывало так, что ты рассказываешь шутку, а потом слышишь, как смеется собеседник, и решаешь никогда больше при нем не шутить. Прояви понимание. Я понял это, кстати. Или не слегка. Просто смирись. Плюс 5 к нежити репутация. Убить 3 отпрысков Эмара. Прекрасно. Что вы делаете? А мы детей выкашиваем. И они все здесь, да? Серьезно, все здесь? Один вот здесь мы его видели, один вот тут мы тоже его видели, а третий где? А, третий вот тут? Ладно, окей, хорошо. А можем за одним сходить сразу, кстати. Вот он. А зомби копошится среди трупов и гнили в поисках пищи, а открывается от занятия и смотрит на вас. Дитя мое,
Пора заглушить твою песню, чтобы зазвучала моя. Покончим Продолжим с этим. Продолжим вороний танец, старый черт. Кто против нас? 4 банши, 4 вервольфа, да? Ну, оборотня, мелкий зомбяк. И все, и тень с оборотнем. Ни хреновенько так. Они еще и усилялки на них накинули. Прекрасно. Кстати, я только что вспомнил, что у меня у половины бойцов нет от слова совсем никаких кристаллов. Ну, для... Вы поняли. Кристаллов, которые дают бафы. Ни одного. Ну, какие-то бафы хотя бы. А там есть кристаллы, чтобы их прокачать хорошо. Выслеживаю добычу. Хреново то, что они встанут на косарь. Ничего себе ты, дикая мадам. Так, куда мне лучше тебя поставить, чтобы ты шмальнул? Давай вот сюда. Выслеживаю врага. Все, попадаете вы уже слабей, раз в 200. А ты пока вообще постой. Я тебе потом скажу, что делать. А, естественно, лучника. Конечно, кого же еще ты мог напасть? Ты просто стоишь. Шарик, ко мне. Эмар, давайте, сударь. Устройте баншем крик. Вот почему банши меняется на другого персонажа? Почему банши не призывается как банши? Разбейся о моих. Насладимся этим моментом. Так, давайте разберемся сразу с одной банши, чтобы она не мешала мне вообще. И осталось убить зомби и банши. Но до зомби мы не достанем, скорее всего. О, достаем. Ну, мы никого не отравили, правда, но все равно хорошо. Я умру как мученица. Магилаури, не тепео. Мы сейчас еще и пристрелим кого-нибудь из них. Было бы приятно, конечно, но вряд ли. Мортис, используй мое тело. Мне кажется, или он уменьшился в размерах. Все, готово. Вперед. Они добьют вот этого и, скорее всего, еще одного оборотня. Один готов, сейчас еще второго закромсают. И останется, получается, трое их всего. И он бежит вот сюда. Глупый маленький зомби, глупый маленький зомби. Разбейся о мои скалы. Я не думал, конечно, что прохождение будет настолько долгим. Но я дико-дико рад. Мне очень нравится игра, и я рад тому, что я в нее играю. Все кончено. Конечно, на косарь 100-то ударить. Да, все кончилось сразу, блин. А почему ты не хочешь походить? От них аппетитно пахнет. Выслеживаю. А тебя же не замедлили, с хрена ли так медленно бежишь? Поохотимся. Обездвижил, вот. А, просто обездвиживает, да, всех бойцов? Молодец. Вот. Угу. Короче, шансов попасть вообще теперь нету. Прекрасно просто. Да, бойцов слишком до хрена, если честно. Половина из них абсолютно не нужны. Если так подумать. Ну, то есть надо заменять их на третий ранг спокойно, побыстрее. О, потому что мелочь вот эта десятого, они просто путаются под ногами и закрывают нам проходы. Для того, чтобы наши нормальные бойцы могли пройти. Не, надо их менять срочно. Сейчас мы вот денежку поднабрали, сейчас летаем в замок, купим себе нового бойца, скорее всего. Это ты, кстати, мы вернулись. Чертовка. В тебе больше от некроманта, чем можно предположить. Душа детей Амара вьются вокруг него, пока он не делает глубокий вдох, втягивая их в себя. В путь. Ты сказал, что их трое.
Выходит, где-то бродят еще двое твоих детей. Давай их найдем. Давай, чего нет. Плюс 5 еще с нежитью. Слушайте, но это уже как минимум орды нежити. Да ни хрена они не качаются, мне кажется. Да, надо реально вот 120-ки менять. А, получается, вот десятку убирать раз. А, мы сейчас так и сделаем. Мы же для этого в замок и пошли. Точно, я же для этого замка иду. А, собрать ресурсы, во-первых. 4000. Нам хватит, чтобы купить себе нового. Только не тебя, а вот тебя. Да, да здравствует. Новый боец адской силы. Я даже тебя до 37 могу вкачать. Надо кристалл еще раздать всем, кто останется, а то я забыл совсем об этом. Так. Да, вот он наш. Косарь 800 просто. Уф. А какой у тебя? У тебя физа? Физа, первородный урон всем врагам. Первородка и физа. Что у нас есть? Физическое сопротивление и инициатива. Дает, ага, понятно. Нечестивый урон. Нечестивое сопротивление. Божественный урон. Физическое сопротивление. У тебя нет божественного урона. Боевой дух. Божественное сопротивление. Физическое сопротивление и инициатива. Божественный урон. Первородный урон. У тебя есть первородный урон, да? Первородный урон, да. Вот он как раз будет поджигать еще с вероятностью. И ты идешь, у меня, значит, ты идешь нафиг. У нас остается 10. Потом ты идешь нафиг, скорее всего. Ты идешь нафиг. А ты у нас идешь вот сюда. Вот как-то так. Суккубочку ставим сюда. Сохранить. Теперь смотрим, у кого что есть, у кого что нет. У суккуба вообще ничего нет. А ты чем атакуешь нечестивым? Физическое сопротивление, нечестивый урон, держи. Так, ты у нас есть, ты есть, ты... Тебя, кстати, ничего нету. А, физическое сопротивление, инициативу тебе дадим. Все. Так, в задние ряды, что ты там делаешь? А, выпускай стрелу светлого врага. А, окей, давай. Банши, спасибо, вы нам были очень полезны. Банши, кстати, кристалла нет. У тебя какой тип урона еще раз? А, физа, божественный урон. Нет, какой тут божественный урон, да? Божественный урон плюс 20. О, сейчас мы устроим им крик души. Банши, ты, наверное, хочешь или не хочешь? Так, дает союзникам неуспримчивость к провокации до конца боя. Да нет, спасибо. Тылу так, покрыто оружие с льдом, обморожение у всех под атаку стрелой. Окей. А, не-не-не-не, верни. 37 уровень, как-никак. Все, сохраняем. Ну что ж, в следующей серии мы отправимся дальше. Завоевывать все, что можно и что нельзя. За детьми, потом дальше пойдем посмотрим, что у нас тут будет. Ну вот как раз один из них. Вот сюда сходим обязательно, потому что тут они, эльфы, за это, нежить зажали. Мы завалим эльфов, заберем нежить. И плюс 5 еще мы там, и там, и там, и сям, и везде получим плюшки. Поэтому обязательно, обязательно пойдем и поможем. И эльфам, и всем остальным. Ну что ж, а на этом мы пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.